Каханинагава получает оценку 15,966 и пока лидирует. Назаренкова. Не готовится выступить Елизавета Назаренкова. Лиза очень упражнение, это интересно. Хочется увидеть его так, как она его умеет делать. Очень лиричное, настолько грамотно построено. Хочется, знаете, порадовать, чтобы она порадовала своих болельщиков, своих педагогов хорошим исполнением и закончила чемпионат мира достойно. Этот элемент выполнен прекрасно, который подвел упражнение с обручем. Интересное мастерство в исполнении Лизы. Насколько в образ вошла, да, спортсменка? Прям видно, на лице все написано. Держи, маленькая помарочка была. Не устояла, немножко неправильно руку поставила. Очень сложный элемент был. Молодец, Лизавета, хорошо сделал пируэт. Вот видите, у нее все в одну руку, все настолько вот гармонично, правильно. Везде прямые руки, длинные перекаты. Хороший финал. Очень рискованно, да, молодец, что пошла ва-банк. Она, в общем-то, имела право его не делать, потому что за это не наказывается, просто не засчитывается, что она там написала. Но гимнастка решила рискнуть, и вот это оправдалось, потому что вот эта помарочка в середине упражнения, надо было, знаете, как-то удивлять судьи, чтобы они забыли об этой помарке. Я думаю, поэтому Лиза сделала такой интересный финал. Она могла принять вот это оперативное решение и не делать. Это наказывается, просто вычеркивается, но больше других санкций никаких у спортсмена нет. Кстати, это очень важно для спортсменки. Правильное решение. Иногда не летит предмет, вот, возмущена Ирина Ивановна.